Всем привет, и да, с вами Герман Черных, и это 25 фактов обо мне. Факт номер один. Я давно хотел снимать видео на YouTube, но какие-то мысли в моей голове очень мешали мне. Да какой YouTube? Ты вроде тебя точно актер, не получишь. Ты что, сумасшедший? Ты зачем? Но наконец-то я от них избавился, и я с вами. Кто не знает, я участвовал в проекте «Звезда» канала Disney на сцене. Да, я прям как Бритни Спирс, Кристина Агилера и Джастин Тимберлейк. Кстати, Джастин Тимберлейк мой любимый певец. Самое популярное место, где меня узнают, это Макдональдс. Да, так сложилось, по традиции меня всегда там узнают. Да, я певец, и Пикируем — это мой клип. Однажды меня избила компания парней за то, что я заступился за совсем незнакомую мне девушку. Да, такое бывает, но шрамы украшают мужчин. У меня всегда есть свое мнение, и я четко придерживаюсь ему. Я никогда не слушаю никого и иду вперед. Однажды, друзья, я разогрел Нюшу, если вы понимаете, о чем я. Я обожаю приключенческие фильмы. Мои любимые фильмы — это «Назад в будущее», «Звездные войны», «Пираты Карибского моря», «Индиана Джонс». Я очень сильно люблю YouTube и все, что с ним связано. Ну, поэтому я теперь и здесь. Однажды мы с моим другом из Индонезии записали кавер, разделили экран на две части. Я был с одной стороны, он с другой. И этот кавер на Quest Pistols, он рядом, набрал более 700 тысяч просмотров. Это очень было круто. Это было давно, года 4, наверное, назад. И для того времени это было прям вау. Напишите в комментариях, если вы помните этот кавер. Я обожаю игры на телефон. Это просто моя болезнь. Если мой друг устанавливает какую-либо игру и играет в нее, я устанавливаю ее себе, и через день я уже намного выше его в рейтинге. Я думаю, в следующих видео я буду играть в какие-то игры и буду бросать вам вызов, чтобы вы поставили мне рекорд. Потому что я все равно побью ваш рекорд, потому что я сумасшедший. Crazy. Я обожаю квесты. Вот, например, в январе мы ходили на квесты просто почти что каждый день. Сейчас мы тоже ходим с друзьями, раз в неделю стабильно ходим, нам это очень нравится. Одну из своих песен я посвятил своей поклоннице. Также я играю главную роль в сериале «Ботаны» от режиссера «Кадетство». Да, что, это мой персонаж. Я на самом деле другой. Я к этому не причастен, сэр. Мое любимое число — это 16. Я родился 16 апреля. Очень много жизненных моментов связаны с числом 16. Это мое число. 16. Вау, я вспомнил сейчас старую мою песню, где было 16 пропущенных звонков в твоем телефоне. Я раньше рэпером был. Еще один факт. До 9 класса у меня были одни пятерки в школе. 9-10 были четверки. Потом я поступил в институт на бюджетный ИНЯС. Но с 4 курса я ушел, и я бросил этот институт, потому что я понял, что мне это не нужно. Bad Boys. И первый трек я записал в 13 лет. Я просто обожаю подарки. Спасибо. Еще я как президент ношу часы с этой стороны. Возможно, я будущий президент. Ну или хотя бы президент Ютуба. А что? Было бы круто. Президент Ютуба. У нас есть королева Ютуба. Кто там еще есть? Графиня Ютуба, не знаю. Король Ютуба, нет такого. Да, я бы мог быть президентом Ютуба. Я действительно уверен, что каждый человек способен на все. Я никогда не понимал таких людей, которые говорили: вот я это не смогу, вот он лучше. Это неправильно, такого совершенно нет. Если вы что-то захотели, вы всегда этого добьетесь, неважно, какие там у вас изначально способности. Все навыки можно развить. Талант — это только 5%, а 95% — это упорство. Всегда знайте и помните это. Никогда не слушайте никого, идите только вперед. И если на пути я встречу дверь без ручки и без замочной скважины, я все равно найду способ, чтобы ее открыть. Ну вот такой вот я. Факт номер 25. Теперь я на YouTube, и меня не остановить. И да, подписывайтесь на мой канал. И да, ставьте пальцы вверх. И да, теперь много новых видосов. И да, с вами Герман. Пока.